Буэнос диас, мис керидос амигос, ядерный раз из назрят ваши экраны, это значит, что мы продолжаем проходить Detroit Become Human. Это глава из мертвых. У нас, я так понимаю, Маркус на борту. Чё? Поскакали? Господи, какая ж удобная херня, а? Ну или 3.34. Да. Уина. Так, повреждена оптика. Короче, поломан напополам. Нарушенное зрение. Повреждены звуковые данные. Регулятор утюремного насоса пиздос. И сюнды. Невозможно встать на ноги. Переставляемся. Хуяк. Хуяк. Еще. Помяк. Блять, не так сделал. Так, так, так. Ну не будешь он на одной ноге прыгать. Нахуй это говно, идем дальше. Оп. Оп. Пушка. О, кажется, нога. Ойлы. Ну хотя бы теперь можем топать. Медленно и неспешно. У нас же система вся в энергосберегающих режимах. Угу. Оптика повреждена. Хуя у них тут кланчик. Блять. Чувствую себя сталкером на свалке, блять, кто бы что ни говорил. Так. Давай, 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 давай. Тук-т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 ук. Блять, как надоело тыкать. Твое какое пёсье дело, блин. Сблёв ты пёсь. Я, может, жить ещё хочу.
Ну да. Так, кочерыжка не та. Оп, а вот это похоже та. Если я кочерыжку, конечно, нашел. Звуковой. Туда хочу. Оп. Кочерыжка. О. Так, теперь осталось найти что. Опа. А там я шо пропустил? Так. О, звук нашел. Еще звук. И регулятор. Туда нам надо. Блять, темно? Какой не буду говорить, у кого в жепе. Так. Извини, чувак, но тебе оно уже без мазы. Есть стабилизация. Как эта хуйня за мной тоже лезет.
Смесь из грязи и говна, это родина моя. Смесь из грязи и говна. Ох, вот это его потрепало. Это каннибализм по-андроидному? Так, а ну-ка. То есть он отхерачил себе индикатор, и сейчас внешне ничем не отличается от человека. Пиздата. Грязный. Из в говнище. Мое имя Маркус. Хуя. Мамкин мститель, блин. Вот так-то, бля. Ладно. На этом месте сделаем серию покороче. Спасибо всем, кто присутствовал, с вас, как обычно. Лойс, пиписька, и до скорого. Адьёс, братва.